Привет, друзья! Сегодня у нас очередной обзор видеорегистратора. На этот раз у нас интересная новинка с AliExpress. Видеорегистратор без экрана и без оповещения о камерах контроля нарушений. Но при этом этот видеорегистратор стоит более 10 тысяч рублей. Так что присаживаемся поудобнее и смотрим это видео до конца. Ну а прежде чем я начну, хочу напомнить про свой канал на Яндекс.Дзен. Там так же, как и на YouTube, выходит видео, а еще там выходят статьи на автомобильную тематику, все, что связано с гаражом и не только. Буду всем там рад, все ссылки в описании под этим видео, ну а я начинаю. Попался мне на AliExpress видеорегистратор от малоизвестной фирмы DDPi. Модель данного видеорегистратора N3 Pro GPS. В комплекте две камеры, передняя и задняя. У передней камеры высокое разрешение видеозаписи 2560 на 1600 и шестислойный объектив с диафрагмой f1.8, что позволяет снимать более четкие и яркие видеоролики, а также распознавать номера автомобилей и дорожные знаки даже на расстоянии в 10 метров при дневной съемке. Тут я хочу заострить ваше внимание, что это первый видеорегистратор, который попался мне в руки с разрешением видеозаписи 2560 на 1600. Даже топовые производители видеорегистраторов снимают с разрешением гораздо ниже – 1920 на 1080. С другой стороны, в нашей модели нет экрана. Для кого-то это может быть большим минусом. Но у нашей модели есть встроенный Wi-Fi, поэтому полное управление видеорегистратором и его настройки производятся только через телефон. И при этом сам видеорегистратор не громоздкий, он не мешает обзору водителя и довольно незаметен на лобовом стекле. Что касаемо приложения на телефон, то производители над ним немало поработали. Интерфейс приложения как в компьютерной игре, с отслеживанием автомобиля на карте по GPS. Это называется эффект ощущения реальности, Sense Reality 2.0. В истории приложения можно посмотреть данные местоположения автомобиля и его движение. Скорость движения автомобиля, его маршрут и время на карте Google. Еще в этом видеорегистраторе есть технология обработки изображения, основанная на улучшении цветопередачи, четкости и яркости изображения. А что касаемо задней камеры, то она фиксирует все, что происходит позади автомобиля. Вращение задней камеры на 360 градусов. Так что с помощью этой камеры можно записывать и все, что происходит на улице позади автомобиля, и сзади салона автомобиля. Можно записывать при желании. Угол обзора 125 градусов. Разрешение видеозаписи 1920 на 1080. Все происходящее можно записывать на карту памяти объемом до 128 гигабайт. Как правило, 128 гигабайт заполняется за 10 часов непрерывной съемки. Питание видеорегистратора от супераккумулятора с высокой производительностью и надежностью. Такой аккумулятор работает от минус 4 до 158 градусов. При этом нет риска перегрева или взрыва, как с литиевым аккумулятором. Крепление самого видеорегистратора разработано таким образом, что можно с легкостью развернуть видеорегистратор и записывать все происходящее в салоне автомобиля.
Крепление остается на стекле, вы снимаете видеорегистратор, разворачиваете его в салон автомобиля и все, запись началась. Плюс встроенный режим парковки, который работает до 24 часов. Но при наличии комплектов проводов, которые идут в более дорогих версиях этого видеорегистратора. В целом, как заверяет производитель данного видеорегистратора, эта модель может легко конкурировать с топовыми моделями именитых брендов. Но для полноты картины надо посмотреть, как записывает наш видеорегистратор и днем, и ночью.
целом данный видеорегистратор пишет довольно неплохо. Основная камера пишет в формате 2К Ultra HD, что на порядок выше многих конкурентов за эти же деньги. Да и многие именитые производители видеорегистраторов не могут себе позволить такую картинку даже за стоимость в 2 раза выше этой модели. Из минусов нет экрана и нет оповещения о камерах контроля нарушений. Но нужно ли это в ущерб записи видео? На мой взгляд, это всего лишь видеорегистратор, который понадобится нам в момент ДТП или наезда для того, чтобы оправдать себя или найти виновника. Поэтому экран, по сути, там и не нужен. Что там смотреть во время движения? Все записи можно просмотреть из телефона через приложение. Зато в самый ответственный момент вы можете легко просмотреть видео с высокой прорисовкой и высоким разрешением всего, что окружает ваш автомобиль. Поэтому я считаю, что данный видеорегистратор можно рассматривать к покупке. А вы что думаете, как вам такая модель? Напишите свое мнение в комментарии под этим видео. Также напишите, каким видеорегистратором пользуетесь именно вы. На этом у меня все. Если это видео вам понравилось, ставь лайк, подписывайся, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!